Продолжаем говорить о гармонии дополнительных цветов. Это такие цвета, которые расположены в цветовом круге строго напротив друг друга. Например, это такие пары, как зеленый и красный. Самая любимая цветовая гармония в России, где много зеленого леса. Самым красивым и подходящим кажется красный цвет. А вот в арабских странах, расположенных в пустынях, где много желтого песка, самым популярным является фиолетовый. И действительно, фиолетовый и желтый – это дополнительные цвета. А также такая пара, как синий-оранжевый. Они составляют идеальную пару из двух цветов, идеальную гармонию. Ну, например, вы можете для своего образа выбрать коричневую юбку, именно того коричневого оттенка, который получается из оранжевого, добавлением черного. Голубую блузку. Голубой — это тот же синий, но с добавлением белого. Синий жакет. Яркий оранжевый шарф. И если вы добавите серые туфли и серую сумочку, они никак не нарушат вашу цветовую гармонию, потому что, как мы помним, серый, черный и белый — это не цвета.